Вечером 22 июня, как только стемнело, лучи победы зажглись в знаковых местах Ульяновска, которые стали неотъемлемой частью истории Великой Отечественной войны. Одно из них – Владимирский сад, бывший парк имени Свердлова. Итак, 22 июня 1941 года. В нашем городе Ульяновске это был обычный, стандартный воскресный день. Местные органы власти получили мобилизационное предписание в 9-10 часов утра и уже стали обсуждать планируемую мобилизацию населения. В 12 часов дня того же дня Вячеслав Молотов, заместитель руководителя Совета народных комиссаров СССР, выступил по радио с сообщением о начале войны. Все, кто гулял по парку и слышал эту речь, тут же собрались на стихийный митинг. 22 июня – это был последний мирный день, который наши предки, наши горожане провели в сборах в действующую армию, потому что уже в 6 утра 23 июня все призывные пункты были открыты, и туда стало поступать население с заявлениями добровольно вступить в армию. И надо сказать, что заявления подавали все люди разного возраста. Более 250 тысяч жителей области ушли на фронт. Половина из них ценой своей жизни добыли победу. Акция «Лучи Победы» – это дань тем, кто не вернулся с поля боя. Это дань воинам-победителям. Это дань нашим труженикам тыла. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.